Пасха Христова означает переход от смерти к жизни вечной. Дай Бог, чтобы этот переход был для нас мирным, благополучным, радостным. Такими словами глава Среднеазиатского митрополитчьего округа приветствовал духовенство Ташкентской епархии. Священники встретились за божественной литургией в соборе Успения Пресвятой Богородицы. Следующий сюжет подготовлен по материалам пресс-службы епархии. Соборное пасхальное служение духовенства – одна из традиций епархии. В столицу Узбекистана приехали батюшки, чтобы за божественной литургией прославить воскресшего Господа и поздравить с Пасхой Христовой своего архипастыря, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Господь создал церковь свою, и таинство в ней для спасения нас, с обещанием, что когда адовы одолеют ее. И мы знаем, что Господь, победивший смерть, дает и нам возможность быть победителями. Праздник Пасхи – праздник победы, победы духовной, победы над врагом, над дьяволом, над смертью, над грехом. И поэтому сегодня хочется пожелать вам, дорогой владыка, быть победителем. За литургией также молились настоятельница Свято-Троицы Никольского женского монастыря города Ташкента, а также студенты Ташкентской духовной семинарии. Божья помощь, владыка, вам, ваша труда, ваша команда в том, чтобы Господь поддержал во всем, что касается вашего личного спасения и спасения в мире. Архипастырь поблагодарил всех за теплые слова и напомнил, что Пасха Христова – это переход от смерти к жизни вечной. Дай Бог, чтобы вот этот переход, он был для нас мирным, благополучным, радостным, и чтобы мы в течение всей своей жизни смогли бы так потрудиться, чтобы Господь нас взял в свои обители и даровал нам радость непрестанного служения Богу Христу Царства Небесного. В завершении владыка пожелал помнить, что именно в эти пасхальные дни Господь с нами, когда мы прославляем Его воскресение.